В Твери прошло торжественное закрытие летней школы для студентов-филологов из Донецкого государственного педагогического университета. На площадке «Точка кипения» Тверского госуниверситета губернатор Игорь Руденя провел встречу с ребятами из Донецка. О чем говорил глава региона со студентами в сюжете Натальи Чекет. Летняя школа – цикл мероприятий, направленных на профессиональную подготовку будущих преподавателей русского языка и литературы. На обучение в Тверь приехали 20 студентов-филологов и 2 преподавателя из ДНР. Занятия для них проводили ведущие преподаватели филологического факультета ТВГУ. Здесь вместе со студентами-филологами, которые обучаются в Тверском государственном университете, они имеют возможность послушать лучших преподавателей-филологов, докторов наук, профессоров, кандидатов наук, доцентов. И понять всю прелесть настоящего русского языка. Потому что русский язык в Тверском регионе самый чистый, самый красивый. Студентка третьего курса факультета славистики Анастасия Шилова рассказала, что знания, полученные в летней школе, это ценный опыт для будущей работы с детьми. Преподаватели, их подход. Они демонстрировали, показывали какие-то ссылки, опять же, на какие-то страницы, которые могут нам тоже пригодиться, как учителям, в будущем, чтобы преподавать тоже детям. Для ребят подготовили обширную культурную программу по Тверской области. Студенты посетили разные достопримечательности Верхневолжья. Самые сильные эмоции, по их словам, они получили при посещении Старицкого Свято-Успенского монастыря, Торжка и Тверского императорского дворца. С учетом того, где мы живем, такая возможность выбраться в новый город, в новую область, побывать сразу не в одном городе, а в 5, узнать их историю, попробовать их блюда, особенно пожарские котлеты, которые запомнятся на всю жизнь. Во время встречи губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы ребят. В частности, одобрено предложение о проведении в 2024 году летней школы не только для студентов-филологов, но и будущих преподавателей истории. Также губернатор пригласил ребят в следующий раз посетить древнейший город Тверской области Торопец, побывать в Нило-Столобенской пустыне в Осташкове и на истоке Волги. Хотел вас поблагодарить, что вы вот выбрали такое время проведения себе, приехали к нам на Тверскую землю, потому что исторически Новороссия, которую вы представляете так широко, это всегда была одна большая страна, это были все родные люди, как именно, собственно, и сейчас мы остаемся, с одним языком, с одной культурой, с одними ценностями. Я уверен, что вы, как новая молодежь, люди уже труда, люди прогресса. Я уверен, что вы будете развивать и культуру, и экономику. Глава региона рассказал о работе, которая ведется в Тверской области по трудоустройству выпускников вузов и колледжей, организации практики студентов и старшеклассников на производствах в государственных учреждениях. В том числе будущие педагоги могут поработать в летних загородных лагерях. Игорь Руденя пригласил студентов и выпускников Донецкого государственного педагогического университета получить трудовой опыт в Верхневолжье.